Пенсию до 9 мая получат челнинские инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Доставка начнется уже в эту субботу. Остальные категории пенсионеров получат ее по обычному графику. К слову, в майские выходные не будут работать местное отделение пенсионного фонда и телефоны справочных служб. А с июня по август специалисты управления переходят на летний график, в связи с чем дежурный прием населения по субботам отменяется.